Если человечество и дальше будет развивать промышленность и технологии подобными темпами, кто знает, что может произойти в обозримом будущем. Уже сейчас военные используют боевых роботов для разведки и разминирования объектов, а в Японии создали робота, которого на первый взгляд ничем не отличить от человека. Кто знает, быть может, скоро машины восстанут против людей. Что делать в этом случае, подскажет игра Эйбастер. Итак, в игре мы имеем людскую колонию где-то на просторах вселенной, в которой разом сбунтовались все роботы, поэтому правительством туда был заброшен опытный боец-капитан Орел, который покажет этим железякам, как нужно относиться к людям. В вашем распоряжении поистине огромный арсенал всевозможного оружия будущего, которое будет прошивать насквозь, резать, взрывать и плавить все, что имеет металлическое сердце. Игра может похвастаться новыми текстурами высокого разрешения и плавной анимацией. Правда, графика все еще остается не самой сильной стороной игры. Самое главное в ней — это взрывной геймплей и постоянное сражение. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.